Итак, друзья, всем привет! Сегодня бы хотел рассказать вам о режиме таймлапс в DJI Osmo Pocket. И что хотел сказать? Ну, во-первых, там секунда записи таймлапса – это где-то 2 минуты, ну, меньше там 2 минут записи в реальности. То есть вы видите ролик, который там, вот как я вам сейчас покажу, 10 секунд, я его повторю два раза, чтобы можно полюбоваться. Это на круге у нас в городе, ну, уже ночью я снимал, ну, уже вечером, но там было темно, как ночью. Значит, просто движущиеся машины, вы увидите 10-секундный ролик, и знаете, что его записывал, чтобы записать 10-секундный ролик, потребовалось где-то 20 минут стоять, ну, не особо тепло на улице сейчас, так что все-таки это 20 минут на улице. Так что, друзья, я его повторю два раза, ну и потом вставлю еще другие ролики, как я снял из окна своего дома, и, ну, вы можете оценить вообще, как там и чего там, и насколько вам понравится или нет. Но, итак, поехали, давайте смотреть.